Ты моя снежиночка красивая. Зиночка Папина, поцелуй папу. Я тебя очень люблю, но этот ролик посвящается не тебе, а посвящается одной девушке, которая, благодаря которой на нашем канале сегодня такое большое количество подписчиков, друзья. Она меня замотивировала. Представляете, она дала мне пинка под зад. Ольга из Геленджика, тебе большой пламенный привет. Я про тебя. Пишет она мне как-то недавно, перед Новым годом, до Нового года. Говорит, что, как? Я говорю, ну, так-сяк, тудым-сюдым. В общем, скинула пару роликов, шортс коротких. Она говорит, попробуй вот так, в России еще такого нету. Я посмотрел, мне очень понравилось. Я говорю, да у меня такое не получится, я не смогу, да куда мне, да его не будет смотреть никто. Она говорит, да ты что, попробуй, у тебя получится, я вижу, у тебя талант, ты сможешь. Я такой думаю, ну ладно, попробую. Раз, два, три, четыре, пять, что-то роликов заснял, и не особо что-то смотрят, уже руки опять опускаю, думаю, нафиг, ну, потом думаю, давай еще пару роликов заснял, и у меня как те первые начинают взлетать. Начинают взлетать, и мы уже в космос залетаем, уже на подходе в космос. Я думаю, нифига себе, вот это да. И тут перед Новым годом Ольга опять мне пишет, что, как будет новогодний ролик. Я говорю, да настроения нету, ну правда, не хочется, что-то расслабился, настроения нету, не хочу ничего снимать. Она говорит, да ты что, у тебя вы уже в космосе, люди ждут, аудитория, ты что? Опять накидала идей, то все, попробуй вот так вот. Я думаю, ну ладно, надо. И начал размышлять. И вот, и короче, мы вот только что отсняли очередной новогодний шортс. И у меня родилась идея записать благодарность, Ольга, тебе. Потому что если бы не ты, я бы пришел к этой цифре, но ну, не скоро. Джина, не снимай свою корону. Ольга. Вот когда женщина верит, она поддерживает, она мотивирует мужчину. Мужчина, в свою очередь, готов перевернуть горы. Стас, тебе большой привет. Ольга, будь счастлива. Пью за тебя. Динкач, где это? Это что за стул? Это, короче, я специально эту снял, сушил лежанку Жиночкину. Я ее помыл перед Новым годом, она вон беленькая стала. Белизной тоже помыл, чтобы отбелилась. Такая чистенькая, пахнущая. Да, Динка, пойдем постелим тебе лежаночку. Динка! Иди полежи на свеженькой лежанке, Динка, давай, иди ложись, иди ложись. О, пахнет, вкусно пахнет, чистенькая, а ей неинтересно. Там только что мы только что погуляли, покушали. У меня там еще шкура свиная лежит. Чуть попозже ей дам, она, видите, чувствует и выпрашивает сейчас. Дай, говорит, сейчас. А то я сейчас на стол залезу и не дам тебе сидеть за компьютером. Ты хулиганка, Диночка. Лапу папе дашь, лапу? Динка, лапу дай папе. Не дотягивайся, Динка, не дотягивайся. Дай лапу. Дай. Дай лапу. Ай, молодец. И посмотрите, какие красивые у нее глаза. И туда смотрит. Папка, я тебе лапу дал, а ты мне... кожу, да, эту свиную. Отдай ты мне кожу эту свиную. Ну ладно, ладно. На, иди туда. Жарко мне, жарко. Куртка, блин, теплая на улице, не особый мороз. И в такой куртке жарковато что-то. Пока до леса дошли, Джинка тащит как танк. Я весь потел уже. Писает. На одной ноге, то есть на трех. В комментариях пишут, куда пропал, чего роликов так долго нету.
Я так смотрю, что по-хорошему вот один шорс в неделю и два ролика, плюс-минус, длинных. Поэтому у меня вот последний был длинный ролик. И следующий, по идее, должен быть шорс. Но шорс, он должен быть новогодний. Сегодня-завтра я буду записывать шорс. И перед Новым годом хочу выложить. И потом только должен идти длинный ролик. Но тогда это затянется вообще очень надолго. Поэтому, может быть, сегодня выложите опять длинный ролик. А шорс тогда завтра-послезавтра. Как думаете, а? Джина! Ко мне! Ай, молодец! Иди гуляй! Гуляй! Джина! Ко мне! Иди, моя, посмотрите, какая она... Молодец, умница, Диночка! Умница моя шла! Пошли! Сейчас, в общем, была ситуация... Узкая тропа, ну не такая, пошире, там асфальтированная. И каждый день мы встречаем от них и тех же собак на прогулке. И частенько они друг с другом лаются, девчонки. И вот там была овчарка и доберман. Они были вместе, нас увидели, овчарка начала лаять. Они отошли в сторонку, чтобы нас пропустить. И я по команде, я Джинки скомандовал команду рядом. И поводок был провисший, я этот путь весь проконтролировал. Там был доберман, с которым Джина лаялась. Ну и старенькая овчарка, которая вот все это время, пока мы проходили, облаивала нас. Джина такая вот, как охотница, шла такой походочкой. Но по команде рядом она даже меня не обогнала. Не натянула даже поводок. Вот представляете? Воспитание. А вы мне говорите, агрессивная собака. Вы к ней не подходите, она вас не тронет. Моя собака, она со мной идеальна. А с другими она не обязана быть идеальной. И терпеть не обязана никого. Это хозяина прихоти познакомить там кого-то, посмотреть на реакцию. А собака, собаке это, может, неинтересно, не хочется. Она это не должна терпеть. Хотя и очень сильно даже терпит. Для Джинкиного темперамента она очень себя лояльно ведет по отношению к другим собакам. Джина! Ко мне! Вот видите, какая у нас послушка отработанная. Ты моя хорошенькая. Все, гуляй. Обойди. Молодец. Рядом. Обход. Молодец. Астина! Молодец. Обойди. О, молодец. Рядом. Обход. Давай. Стена. Ай, молодец. Обойди. 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 Молодец. Обойди. Молодец. Стена. Ай, молодец, Зиночка. Рядом. Вот, друзья, видишь, без вкусняшек, все без вкусняшек. Иди гуляй. Иди гуляй. Давай, залазь. Ай, молодец. Опа. Друзья, Джинки еще одна посылка пришла. Эй, стой, стой. Сейчас ножик принесу, сам открою. Джина, стоять. Кто тебе посылку-то прислал? Ну-ка, дай посмотрю. Так, город Санкт-Петербург. Стой, стой, стой. Екатерина Викторовна. Стой, Джина. Я уже открыл. Екатерина Викторовна, спасибо большое. Она нас балует посылками. В последний раз прислала Джинке вкусняшки. И сейчас, стой, Джина, к Новому году посылочка. Я вижу вкусняшеньки Джиночкины. Моя Джиночка, ты посмотри, как тебя любят. О, вот это ты уже знаешь, что такое, да? Ты уже такое пробовала. Давай пока покажу. Ох ты, посмотри, хребты. А запах-то какой. Ай, стой, подожди. Давай посмотрим, что там еще есть. Так. О, бычьи корни. Сегодня как раз последний... А, не, вчера последний корень Джинка доела.
Но мы, Екатерина, не успеваем, и мы еще те вкусняшки ваши не съели. Мы не успеваем их есть, а вы нам еще балуете, балуете. Так, это тоже, наверное, корни, только от худых быков, тонкие писюны, наверное. Да, Джиночка? Иди, моя сладкая, сейчас покушаешь. Оу, бутылка. Екатерина говорила, что как же может Джина остаться без шампанского к Новому году? Так, Джина, давай распакуем вот эту бутылочку. Стой. Ладно, сейчас попозже. Так, дальше что у нас там? Оу, мячик, Джинка, Джинка, мячик, Джинка. О, мячик, смотри. Эй, ты моя сладкая. Еще вкусняшки. Ух ты. А, это бычьи носы. Это бычьи носы. Тоже классно. Ты посмотри, какая бутылка. Нифига себе. Шампусик для собаки. Лакомство для непродуктивных животных. Напиток. Что значит не для продуктивных? У нас все продуктивно. Разработано специально. Так, состав вода питьевая. Ферментированный гидролизат куриного белка. Глицин. Кислота дрожжевой. Короче, для собак шампусик. Нифига себе. Откроем к Новому году. Екатерина, спасибо. Поздравляем вас тоже с наступающим Новым годом. Да, Джин, вкусная вкусняха. Я тебе, кстати, хотел эту тоненькую дать. Кушай, моя сладкая, кушай. А сегодня у нас 30 декабря. А этот ролик выйдет, скорее всего, после Нового года уже. Потому что у нас завтра, 31 утром, будет шортс. Мы вчера сняли наикрутейший шедевральный межгалактический шортс, как обычно, да? И завтра выложу. Ну, а длинное видео уже будет ближе, ну, не ближе, а в Новом году. Джина, стой, давай я тебе дам. Стой, да, я тебе достану. Джина, дай. На, кушай. Ой, наверное, как вкусно. Ну ничего, ты тут хрумкай, а я пойду сейчас тоже что-нибудь похрумкаю. Мы вчера столько всего наготовили для шортса. Ну и заранее все приготовили к Новому году. Так что у папки тоже холодильник забит. Друзья, всех благодарю за поздравления. Поздравляю тоже вас с новым 2024 годом. Желаю каждому из вас счастья. Человеческого счастья. Ну и самое главное, конечно же, здоровья. Будьте здоровы и счастливы. С Новым годом, да, Джина? Давай другую дам, Джина. Подожди. На тебе другую, Джина. Давай вот эту скушаешь. Мне кажется, это самое классное, аппетитно выглядит. Вот это. На, Джина. Костяха. Кушай. На. Нет, да. Ты смотри, ей больше эти понравились. А может тебе бычий корень, Джинка? Вот бычий корень. Смотри, бычий корень не захотела. Так, а чего тут еще есть? А, ну это тоже бычий корень. Может тебе вот эти вот носы дать? Или как они называются? Вот это что такое? Мяско? Кушай. Мяско сушеное, наверное. И как вкусно, сколько вкусняшек. Екатерина, спасибо вам большое. Она решила пойти к себе в комнату. Будем смотреть, что папка купил 31 декабря. Джинка, а где наша Джиночка? Ты моя сладкая. Давай посмотрим, что там папка купил, Джиночка, смотри. Тортик. Блин, тортов вообще нету. Одно и то же. У Палыча, Мерли всякие. Вот это одна. Я не знаю, мне вот эти не очень нравятся. Но других нормальных нет. Вот я раньше помню, шереметьевские торты были. Они были большие.
Цена нормальная была, но они были, блин, вкусные. Всякие разные, и сметанные, и творожные, и йогуртовые, им каких там только не было. Все, они пропали с рынка, больше их нету. Так, это хлебушек, папка, там столько в холодильнике всего мы наделали, короче. Это там это, с красной икрой, с красной рыбой, с котлетами, с сыром. Чего там только нету, да, Дзинка? Мы вчера с тобой на шорсе столько всего приготовили. И с оливье буду кушать. Так, и папка наконец-то себе тапочки купил. Посмотрим. Прикольные такие тапочки. По скидке 400 рублей всего. А были почти 900. 40-41. Но у меня 42 размер. А ну там их не было. Я взял 40-41. Ну, вроде нормально. Так что такие классные. Вот и подошва мягкая. Вот это вот самое главное, чтобы резиновая была подошва. Не скользящая и не промокающая. Ну и папка себе взял на Новый год вот такой подарок. Духи. Шейх называется. Запах просто обалденный. Я, короче, у меня еще в куртке очень много вот этих вот пахучек. И я как-то поехал, в общем, побрызгал вот несколько там штук 10 разных. И потом вот самые более-менее вот так разложил. И 2-3 дня вот так вот нюхал. Принюхался, в общем, к одной. Называется молекула, по-моему, но я не уверен. Туда приехал, он мне еще понакидал разных всяких. Я там, наверное, часа полтора, если не два, стоял, нюхал. А их просто, когда их сначала брызгаешь, не очень нравится. А потом, когда оно чуть-чуть выветрится, такие запахи классные. И в итоге я вот этот вот выбрал. Все. Папка теперь будет вкусно пахнуть в новом году. Да, Джина? Ты моя сладкая. А у тебя вкусняшек полно, блин. Тебе и посылка пришла, и у тебя там и уши в морозильнике. Чего-то там только нет. Так что ты у нас нормально у тебя все. Ты моя зайка. Все, больше ничего папка не взял. Больше мне ничего не надо. Я чисто ездил за тортом и за парфюмом. И заодно взял хлеб и тапочки. У папки-то тапок много всяких разных было. Когда Джина была маленькая, там 2-3 пары... Эй, смотри, потащила. 2-3 пары Джинка, короче, порвала. Видите, сейчас опять он взяла. Что будет делать, да? Посмотрим. Диночка, папка не разрешает тебе больше тапочки грызть. Уносить себе можно в клетку, в домик. А разрывать нельзя. Дай папке апорт. Дай. Молодец, дай. Второй принеси, второй. Давай сюда. Джина, апорт. Апорт. Молодец, все. Плюнь, нельзя. Ну, папка теперь будет вот красивый. В таких шахматных тапочках ходить. А? Как вам нравится, друзья? Вот смотрите, как раз. Правда, впритык, но чуть-чуть нога, конечно, свисает, да. Они какие-то скользкие. Ну, там же этот мех. Ну, если вот так вот поглубже лапу сделать, то ну, прикольно. Зато они не скользят вообще классные. Как, друзья, вам тапочки? В Новый год в новых тапках, да, Джина? Тебе нравится? Смотри мне, не сожри. Диночка, на. А это твое сегодня на Новый год. Иди, кушай. Ухо говяжье, Джинки, на Новый год. А у папки вот такая вот красивая тарелочка. Джинка накрыла. Папка начинает пить вино. Рано еще. Ну, я, наверное, до 12 не вытерплю. Так что, друзья, всех с наступающим. Начал пить вино, а вспомнил, у Джинки же тоже есть шампанское. Джинке подарили шампанское, собачье, представляете? Хорошо, что вспомнил, а то бы забыл. А. Блин, запах вообще не алкогольный, ну понятно.
Какой-то хлебный запах. Я и хочу налить вот сюда. Сначала я сам попробую. Мясной запах, прикиньте, мясной вкус. Офигеть, знаете, как будто бы то ли куриный бульон, то ли мясной бульон. Я так думаю, что это бульон какой-то. Офигенный вкус. Я думаю, она его сейчас за милую душу выпьет. Слышите хрусты? Она там у меня новогоднее ухо грызет, говяжье. Самое большое, сейчас много не буду наливать, посмотрим, она это выпьет. Блин, я надеюсь, что аллергия никакая не будет у нее. Я же все-таки тоже переживаю. Дина! Давайте позовем ее. Иди ко мне, Динка. На тебе вкусняшку, Дина. У нее там ухо, она вряд ли бросит. На, Дина! Иди ко мне. А она ухо даже доживает. Давай, залазь сюда. Иди сюда, залазь. И прям с ухом пришла, да? Дина, иди сюда, на, Дина, давай, залазь. Давай, 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 залазь. Давай, сидеть, сидеть. Плюнь. Ну, друзья, какая у ваша собака вот так выплюнет сорта? Дай, дай. Прям с горла чуть ли не выплюнула. Она уже его заглотила и все равно выплюнула. Подожди, пусть здесь полежит. Вот, Джиночка. О, смотрите. Друзья, с Новым годом! Поздравляем вас, всем счастья желаем. Девочка, дай-ка я тоже выпью вместе с тобой. Смотри, давай, пей, пей, моя хорошая. За вас, друзья! Нифига себе, смотрите, как вкусно. Но я ей все не буду давать, потому что, мне кажется, слишком много. Что-то 375 миллиграмм. Скорее всего, придется потом пописать, сходить с ней. Давай еще завтра, ладно, Джиночка? 1 января с утра похмелиться надо будет, царе колбаской закусить. Тырит, тырит. Мари потом в комментариях меня заклюют, что ты это... Стырила колбаску. На, Джина, свое ухо доедай. Джина, на, иди туда. Все. Екатерина, спасибо вам большое за подарочки для Джиночки. С праздником вас, с Новым годом. Счастья вам желаем. И хорошего настроения, естественно, тоже. Ой, ну а я со своей больной спиной... Сейчас напьюсь и, может быть, даже надумаю стримчански запустить. А что мне делать? Я один. До 12 я не знаю, дотяну или нет. Что-то поздно. Сейчас вот 7:30 времени. Джинка на папкину тарелку смотрит. Я говорю, Джина, вот если тебе мясо дать 5 килограмм, ты все будешь кушать? Ты все мясо съешь 5 килограмм? Или все-таки сколько тебе надо дать, чтобы ты прям вот наелась? Чтобы наелась и ты не доела. Такое вообще возможно, Джина, чтобы ты не доела мясо? Мне кажется, она будет есть, лопать, пока не лопнет. Что-то хотел сказать по поводу комментария вашего последнего, только что прочитал. Что-то там про питбули. А, про Агопа, питбуль. Это, только что вот с Жинкой гуляли тоже ночь. Ну, я вижу, я по сторонам смотрю. Если вижу, человек идет, беру Джинку сразу на поводок. В лесу мы же гуляем. Потому что, а вдруг у него тоже собака. Вот. И тут никого, в общем, нету. Все хорошо. Джиночку отпустила. Она бегает, нюхает. Впереди меня тусуется. Я все контролирую. Сзади тоже никого нет. И тут просто я иду такой спокойно расслабленный. И сзади меня вот так выбегает лабрадор и бежит в сторону Джина. Джина 5 метров от меня там нюхает что-то в снегу. Он к ней подбегает. И у меня, знаете, сердце чуть не выпрыгнуло. Вы представляете, насколько я испугался? Думал, ну все, пипец.